Тяжелая артиллерия била непрерывно, то есть больше часа они нас ложили. Вы где прятались? Мы гостиницу занимаем напротив старого нового терминала, в последней линии их обороны. Это последнее здание, которое они занимают. Они занимают? Они занимают, это последнее здание их. Мы их как бы полукругом уже держим, но пока ничего сделать не можем. Вчера очень удачно мы провели такую вылазку, уничтожили их группу. Нет, можно. Какое возможное решение? Вы что, смеетесь? У нас же города уничтожены. Тысячи жителей Донбасса стали без жилья. Это все нужно восстановить. Вы знаете, это новый аэропорт. Его строили Евро-2012. Он стоил 750 миллионов долларов. Ну вот видите, ну это строил же Ренат. Ну, найдем, заберем, еще раз построим. Какие проблемы? Только шаблон правильно. Дядь, а куда деваться? Нам некуда ехать. Ехать некуда, пенсии нету. Света нету. А?